Просыпаться и видеть, что вы стоите надо мной, немного жутковато. Смотрели, как я сплю? Мы всегда наблюдаем за вами. Поднимайтесь. У нас много работы. Кого же мне придется убить сегодня? Я думаю, обойдемся без надменности. Ваши предки шли почти верным путем, мистер Майлз. Если смерть нескольких злых людей может спасти тысячи, это лишь малая жертва. Почему почти верным? Они зашли недостаточно далеко. Приведу аналогию. Коррупция словно рак. Если вырезать метастазы, но не тронуть источник, то ты всего лишь оттянешь время. А излечение можно добиться лишь систематическими мерами. Химиотерапия для масс. Обучение. А вернее, переобучение. Но это нелегко. И не всегда работает. Дайте догадаюсь. У вас есть идея получше. Что же это? Так я вам и сказал. Всем привет, уважаемые зрители. С вами, как обычно говорится, мы продолжаем проходить игру Assassin's Creed. Да, с последней моей записи прошло довольно-таки много времени, но мы вернулись и продолжаем. Ложимся в Анимус, как обычно. И на сегодня у нас серия будет называться «Предатель». Скоро вы узнаете почему. Но мы пока что загружаем второй блок памяти. Я жив? Но вы ударили меня. Я чувствовал дыхание смерти. Ты видел то, что хотел показать тебе я. А потом ты спал сном мертвеца. Сном младенца в чреве, чтобы переродиться и проснуться. Для чего? Ты помнишь, Альтаир, ради чего сражаются ассасины? Ради мира. Во всем. Да, во всем. Недостаточно остановить насилие человека над человеком. Мир должен быть и внутри людей. Не бывает одного без другого. Так сказано. Так и есть. Но ты, сын мой, не обрел внутреннего мира. Это проявляется в твоей грубости и самоуверенности. Разве не вы сказали, что ничто не истина и все позволено? Ты не понимаешь, что означает эта фраза. Ее смысл не в том, что ты можешь делать все, что вздумается. Это знание, которое направляет нас. Оно требует мудрости, которой тебе не хватает. Так что же будет со мной? Можно было бы убить тебя за то, что произошло. Малик считает, что это справедливо. Твоя жизнь за жизнь братьев. Но так бы мы потеряли время и твой талант. Сейчас ты лишен всех привилегий и своего звания. Ты вновь стал новичком, ребенком. Как в тот день, когда впервые пришел в наш орден. Я предлагаю тебе искупить вину. Заслужить путь назад в ряды братства. Вы что-то задумали? Ты должен доказать, что помнишь, как быть настоящим ассасином. Хотите, чтобы я забрал жизнь? Нет, пока нет. Для начала ты вновь станешь простым учеником. Но зачем мне это? Твои цели за тебя выслеживали другие, но с этого дня ты сам будешь искать их. Как скажете. Именно. Итак, что я должен сделать? Нас предали. Кто-то помогал Роберу де Саблея. Кто-то из нас. Ты должен найти его и привести ко мне для допроса. Что вы знаете о предателе? Я рассказал все, что мне известно. Остальное — твоя задача. Ну вот, теперь, я думаю, вы и поняли, почему эта серия называется «Предатель». Нам нужно отследить свою цель. Да, раньше у Альтаира, так сказать, была халява, за него все отслеживали, ему следовало только убить цель. И вот мы видим, что нас понизили рангом. Это не очень приятно, мы лишены всего, кроме... А, всего лишены, даже спрятанного клинка. То есть у нас нет ни оружия, ничего. Мира и покоя, Альтаир. Ты на моем пути. Да, Аль-Муалим попросил меня напомнить тебе, как мы выслеживаем жертву. Я знаю, как это делается. Возможно, но у меня приказ. Тогда поскорей. Ассасины используют несколько методов поиска. Знаю. Мы можем подслушивать, красть или выбивать сведения силой.
Именно так. Значит, я должен выявить предателя, используя эти методы? Да. Начни с деревенского рынка. Там мы заметили его в первый раз. Ты знаешь, кто это? Возможно. Тогда скажи мне имя, и мы закончим. Нет, так не получится. Ступай. И помни, начни поиски с деревенского рынка. Вот хитрая козявка. Ну, на самом деле, он прав, действительно. Альтаир уж стал слишком задирать нос, и пусть он немного опустит свою гордыню. Поэтому давайте находить цель. Я, если честно, тут согласен с Аль-Муалимом, хотя старика этого не очень, так сказать, почему недолюбливаю, но здесь я с ним согласен, что Альтаир уж перегнул меру, палку. Ой, боже, я уже в словах даже путаюсь. Так, ну что, я думаю, вы сами все слышали, не стоит объяснять, что сейчас нам нужно на рынок, где мы подслушаем разговор неких двух людей, которые, возможно, знают что-то о нашем предателе. А вот эти два человека, нужно сесть на лавочку и слушать. Я точно видел. Масун открыл ворота. Он впустил тамплиеров. Расскажи об этом Аль-Муалиму. Нет, Масун действовал не один. Кто-то в крепости помог ему. Откуда ты знаешь? Он обменивается с кем-то письмами. Их переносит корзинщик. Это не причина молчать. Ах, корзинщик принес ему письмо прямо перед атакой. Думаю, открыть ворота ему приказали. Тогда поговори с корзинщиком и выясни, с кем переписывается Масун. Он пропал. Прячется, чтобы избежать расспросов. Ха! Не иначе в одной из своих же корзин. Итак, мы узнали, что эти двое ребят ничего не знают, а вот корзинщик, возможно, что-то дознает о нашей цели. Ну, мы уже узнали, что это масон, но нужно узнать, кто ему отдал приказ. Поэтому нужно найти корзинщика, который находится вот здесь. Так, а мы слишком близко, отходим. Пожалуйста, хоть одну. Мы все потеряли во время нападения, и нам негде хранить зерно. Я сейчас не могу, я занят. Из-за письма? Какого письма? Того, что ты получил, когда я пришла. Плохие новости. Не понимаю, о чем ты. Я постараюсь что-нибудь сделать, но сейчас мне нужно побыть одному. Приходи потом. Как скажешь. Какой у него противный голос, ребят. Серьезно, что-то чересчур противный. Итак, у нас первая кража. Просто нужно аккуратненько идти за чуваком и украсть у него письмо. В этом письме сказано, что Масун находится у Кипариса. Ну что ж, конечно, нам туда. Почему он носится? Ух, я, если честно, думал здесь... Нет такого большого склона, но вижу, что Альтаир у нас в порядке. Что на него нашло? Здоровье мы не потеряли, это замечательно. Кстати, прошу заметить, что здоровье у нас тоже уменьшилось. В общем, урезали все, что только можно. Мы стоим на пороге. Пороге между этим миром и новым, где мы все сможем жить как равные. Но такие, как Аль-Муалим, стремятся разрушить мечту. Сегодняшняя атака была первой из многих, что последуют, если мы вместе не поднимемся против безумца из Масяфа. Остановим его ложь! Хм. Ну, чувак, что-то ты наговорил лишнего, по-моему, поэтому сейчас у нас третий вид... методов ассасинов – это допрос. Нужно проследовать или проследить, ну, собственно, и то, и другое. Короче, нужно идти за вот этим чувачком, пока он зайдет в какой-то уединенный переулок, и там выбить из него сведения. Ну, первый, конечно, вот такой допрос будет легкий, так как он зайдет, там никто нас не увидит. А в дальнейшем допросы будут весьма сложны. Можно несколько минут бродить за этим человеком, а он все нигде не остановится. Ну, об этом мы поговорим позже.
А сейчас давайте устроим это у парня. Было глупо. Кто-нибудь остановите это! Так. Давайте аккуратней. Ранили немножечко. Хватит! Я скажу! Я скажу! Говори поскорее. Мне не нужны твои игры. Почему ты предал нас? Кому ты служишь? Мы служим тамплиерам! Они сражаются за правое дело! Мы? Джамаль, он рассказал мне об их замысле и приказал открыть ворота. Ты предал нас. Нас, назвавших тебя братом и укрывших от бед. Я сделал то, что считал нужным. И я не боюсь умереть за правое дело. Не мне решать твою судьбу. Это сделает Аль-Муалим. Перемотка на более поздний участок памяти. Тебя обвиняют в том, что ты предал братство и открыл дорогу врагу. Как ты ответишь на эти обвинения? Не отрицаю. Я горд тем, что сделал, и жалею лишь, что мы не добились успеха. Я предлагаю тебе покаяться, отречься от зла в твоем сердце. В моем сердце лишь истина. Мне не в чем каяться. Тогда ты умрешь. Ты справился, Альтаир. Ты заслужил право вновь носить клинок. Что будет с тем, который ему помогал? Увидим. Кто-то предает из невежества и страха. Таких людей можно спасти. Воля же других искажена. Их разум отравлен и испорчен. Таких нужно уничтожать. Скоро мы узнаем, к какому типу относился Джамаль. Я прошел испытание. Что дальше? Прошел. Дитя мое, мы только начали. У меня есть список. В нем 9 имен. 9 человек, которые должны умереть. Они как чума. Они разжигают войну. Своей властью они отравляют землю. Из-за них продолжаются крестовые походы. Ты убьешь их. И посеешь семена мира. Как в стране, так и в самом себе. И тогда ты обретешь прощение. 9 жизней в обмен на мою. Думаю, это щедрое предложение. У тебя есть вопросы? Один. С кого начинать? Отправляйся в Дамаск. Найди торговца на черном рынке по имени Тамир. Он станет первой жертвой. Когда прибудешь в город, найди местное бюро братства. Я пошлю голубя, чтобы сообщить Рафику о твоем прибытии. Поговори с ним. Увидишь, он тебе поможет. Если это необходимо? Да. Ты не можешь приступить к заданию без его разрешения. Что? Мне не нужно ничье разрешение. Это потеря времени. Это цена, которую ты платишь за свои ошибки. Ты отвечаешь не только передо мной, но и перед всем братством. Хорошо. Собери снаряжение и иди. Докажи, что не потерян для нас. Итак, ребят, наша ДНК усилена. Мы получили снова наш спрятанный клинок. Вот мы видим, что у Альтаира нет пальца, так как это плата за ношение спрятанного клинка. Позже этот клинок переделают, но об этом мы поговорим уже даже не в этой игре. Ну а теперь выходим на улицу. Альтаир, похоже, мои ученики не вполне понимают, как нужно обращаться с клинком. Может, ты покажешь им? Да, без проблем, чувак. Мне ж только и осталось, что заниматься обучением этих ребят. Так, ну здесь, скорее всего, обучение идет больше для нас, чем для вот этих ребят. Так как, возможно, кто впервые играет в данную игру, не совсем знает, как здесь сражаться.
Вот даже я сейчас заговорился и немножечко запутался. Нет, сейчас. Да что ж такое? В общем, нам нужно жать кнопку, после чего вот так вот сделать. Так еще нужно сделать два раза. Вообще, я этой техникой никогда не пользуюсь, вот серьезно. Мне как-то удобнее обходиться без вот этих ударов. Вот так, ученики, мы и должны сражаться. Но обучение есть обучение. Здесь нам предложат еще обучение, но я все это уже знаю, поэтому... Понимаю, у тебя много дел. Нет, никуда мы... Он кого-нибудь с ног собьет. Больше... Вернее, нигде мы больше обучаться не будем, будем считать себя проигроками. Ну а теперь вы слышали, что нам нужно в Дамаск, чтобы убить одного из девяти, ну так сказать, предателей или просто людей, за которых, ну как говорил Аль-Муалим, продолжаются крестовые походы. В общем, ребята эти довольно плохо поступают, и нужно их уничтожить. Что мы будем делать на протяжении всей игры? Я думаю, вы и так уже догадались, особенно те, кто играли, и так это знают. Смысла объяснять нет, но все же я привык что-то объяснять, потому что мало ли, может, есть кто-то, кто не играл никогда в данную игру. Ну что ж, данная серия, третья, подходит к своему концу. В следующей серии мы уже будем на первом нашем таком основном задании, где будем убивать одного из девяти вот этих вот плохих ребят. Ну а пока что всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось. Если да, комментируйте и оценивайте. Если нет, тоже комментируйте и оценивайте. Только не промахивайтесь, а то там, мало ли, может, на дизлайк попадете. Всем удачи и пока-пока. Увидимся.